Ну что, здорово, бандиты, с вами по-прежнему Эд, и сегодня будет мод, который связан с зомби, то есть мы можем перевоплотиться в зомби, у которого будут свои интересные особенности. И для того, чтобы это сделать, мы нажимаем на клавишу Z, то есть русская, и вот, пожалуйста, наш CJ превратился в такого зомби. В принципе, модель и текстура сделаны нормально, по-моему, они взяты из Resident Evil, если я не ошибаюсь. И далее мы вводим чит-код, чтобы были звуковые сопровождения у зомби, то есть чтобы он издавал какие-то звуки свои. То есть вводим скрим, это чит-код такой, и слева-справа пишется он, то есть все, звуки включены для зомби, и далее мы ищем нашу жертву. То есть ищем просто любого педа, друзья. Вот, я уже вижу, по-моему, да, вот, есть тут парочка людишек. Ну ладно, убьем этого чувака в красном, то есть подходим к нему сзади и нажимаем на клавишу X, просто клавиша X. И еще над ним появляется такой вот красный кружочек. Ну ладно. И вот, пожалуйста, мы его схавали, друзья. Просто взяли и съели. Давайте еще раз покажу, как это работает. Так, тут вроде еще какие-то девушки проходили мимо, но что-то я их потерял. Ну ладно, вот еще чувак идет вдали. Еще раз постараемся это сделать. То есть также подходим и клавиша X. Смотрим. И вот такие дела, все легко и просто, друзья. Так вот, и да, хочу сказать сразу то, что нельзя брать другое оружие. То есть нельзя брать огнестрельное оружие, там, ножи холодное. То есть просто всех вот так хаваем. Так вот, еще какая есть особенность. Можем есть трупы людей, друзья. Как бы это жестко не звучало. То есть мы убиваем чувака. Да, сейчас вам это покажу, как это работает. То есть убиваем чувака. Можем вот так его, конечно, убить рукопашную. Никто этого не запрещает. И нажимаем клавишу J. И вот мы хаваем его труп. И знаете, когда мы едим труп, то у нас пополняется здоровье, то есть идет регенерация некая. В общем, вот такая вот фишка, друзья. Также, какие еще есть горячие клавиши? Есть клавиша H, это некий танец зомбаря, друзья, вот он. Я не знаю, зачем он сделан, но так, наверное, для некого фана в игре. Потом, что еще хотел рассказать? Да, если, допустим, нас... И ищут копы, у нас есть звезды розыска. Сейчас у меня нету звезд розыска, но вообще, допустим, они у нас есть, да? Мы нажимаем на клавишу I. И тогда наш зомби превратится мертвым, и тогда звезды пропадут. И, по-моему, это очень прикольно и интересно. Все, мы типа мертвые, и тут же встаем автоматически, и звезды исчезают. Но сейчас нету мусоров рядом, поэтому показать так это я вам не смогу. Но, в принципе, я вам показал и рассказал все горячие клавиши, которые есть в этом моде. То есть, X это убивать, J это хавать трупак, I это становиться зомбарем, H это танец, и Scream это чит-код на активацию звуков, то есть, звуков специфичных для зомбарей. Потом, ух, какая наглая девка идет, а. Так, и потом, чтобы стать обратно CJ, мы должны нажать на клавишу Z, но знаете, в чем проблема, друзья? Когда я нажимаю на клавишу Z обратно, когда хочу стать CJ, то игра у меня вылетает. Я не знаю, будет ли у вас данная проблема, но я... у меня есть такая проблема, то что игра вылетает, когда я хочу обратно стать CJ. Не знаю, в чем проблема, но надеюсь, у вас такого не будет. И да, друзья, не хотелось бы заканчивать обзор, поэтому я специально для вас хочу снять еще 2 бонусных мода, то есть в одном видео. Всего получается 3 мода. Это будет мод на интерьер, на новый интерьер дома для CJ и на интересный отель прямиком из Дубая. Ну давайте мы тоже все посмотрим. Let's go. А, все, уже запись пошла. Ну что, ребят, давайте покажу 2 бонусных мода. И первый мод это отель Бурдж Аль Араб, который расположен в Дубае, но в нашем случае он расположен на окраине пляжа Санта-Мария-Бич. И вот он перед нами, дорогие друзья, вот такой вот отель, прямиком из Дубая, смотрится красиво, но это объект тупо для красоты и не больше, так как в него нельзя зайти, и моментами он мерцает и, наверное, подлагивает. Просто... не, знаете, для эстетического удовольствия. Вот так он выглядит, то есть это крутая вещь. И вон там наверху, по-моему, теннисный корт, если я не ошибаюсь. Ну, не знаю, может, если вам нравится, то можете устанавливать смело. Для красоты, мне кажется, пойдет. То есть вот так мы его посмотрим сбоку. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Жаль, что нельзя зайти внутрь, там, оказаться на самом верху этого здания, наверное. Но ладно. Вот так он выглядит, так что... такие дела, друзья. Так, давайте подойдем поближе, конечно, если он не пропадет. А нет, все нормально пока что, не мерцает. А вот, все, начал мерцать уже. Ну ладно, все, ладно. И давайте покажу второй бонусный мод. Это новый дом с новым интерьером. Но, ну, для этого мы должны телепортануться, конечно же, на район Гантон.
на Groove Street, ладно, буду мягок с этими словами, то есть на Groove Street идем. Так, это где-то здесь вроде бы, вот, да. Так, идем сюда и смотрим, друзья, смотрим новый дом. Вот так он выглядит снаружи, вот такая облицовка здания. Конечно, она мне не особо понравилась, мне больше понравилась внутренняя часть, то есть интерьер дома мне больше понравился, чем его внешность, ну, внешняя часть. Вот он, интерьер, пожалуйста, крутой интерьер, в который добавили много чего интересного, то есть тут есть магнитофон, денежки валяются, кальян, новый телевизор, то есть можно также поиграть, можно присесть на диванчике, нажимаем на Enter и... CJCD, также здесь добавили парочку клевых скриптов, ну и также Enter встать. Потом добавили еще уголок такой, знаете, ну типа рабочий уголок, то есть тут стоит компьютер. Но, к сожалению, тут не надо нажимать Enter, так как вы окажетесь наверху кровати и будете лежать. Это скрипт связан с кроватью, то есть вы не сможете управлять компом. Тут у нас есть также пикапы денег, вазочки стоят, мандарины, по-моему. Так, 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 заходим на кухню. Кухню тоже немного переделали, то есть добавили автоматы с газировкой, добавили еще вот такой вот автомат игровой, изменили пикапы сохранения, что же, и еще добавили скриптовую часть для холодильника, то есть можем покушать. То есть идем на маркер и выбираем, что хотим поесть. Например, гамбургер, и вот CJ ест гамбургер. Например, мы хотим поесть пиццу, и CJ в руках появляется пицца. Ну и также, знаете, новая мебель на кухне, вот, пожалуйста, зацените. Кервеса, это вроде, не могу понять, что он там... А, это попил он что-нибудь. И рефреска, это тоже содовая. Так, в принципе, неплохо, друзья, неплохо. И также тут есть автомат содовый. То есть, купили у себя дома, все нормально, друзья. Так, ладно, давайте поднимемся на второй этаж. Вот такая прикольная барная стойка. И поднимаемся наверх. Ну, гардероб, он не изменился, такой же гардероб и остался, как и был, тут изменять, наверное, нечего, но ладно, или просто автору было лень его изменять, не знаю. И тут также дверь появляется, тут у нас есть боксерская груша, самолетик, то есть всякие прикольные вещички, там колесо, мяч баскетбольный, тут появляется качалочка зачем-то, не знаю даже зачем, то есть кровать, снайперская винтовка, жим лежа, все дела, можно Enter, можно просто прилечь, но... Этот скрипт немного подлагивает, так что не советую нажимать на Enter, не советую. Ладно, вот такой вот мы посмотрели бонусный мод второй, то есть новый дом CJ с новым красивым интерьером. Больше всего мне понравился интерьер. Не знаю, как вам, друзья, пишите в комментах, что вам больше понравилось, интерьер или его облицовка, то есть облицовка самого дома. То есть вот так он выглядит, такой вот гараж, как будто сделан из дерева, так... То есть сама дверь сделана из дерева, вот эта, которая открывается. Ну ладно, все, посмотрели такие вот интересные моды, сразу в одном видосе 3 мода. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Эд. Всем удачи, всем пока и до новых встреч, увидимся еще. Чао.